Друзья, всем привет! Всем привет! Ребят, приехали показать вам Бакальскую косу. Здесь очень красиво, очень живописно. Собственно, смотрите, вам должно понравиться. ₽95.51.60 в Джанкое. Полный бак. Едем сейчас на Бакальскую косу. АМК 95.51.24. Так, сколько это? 51.69. О, здесь уже дешевле. Дешевле, да. А вот еще Таврида. 51.59. Самая дорогая АМК, да? Да. Мы заправляемся на Тессе. Нас это устраивает, да. И мы что-то вот подсели на Тесс. И только на Тессе в Крыму. Да, наверное, вам рекомендуем заправляться на ТЭС. А хватит у этого, пошли туда. 132 рубля. Какая цена арбуза? Ни себе, Алла, хорош. Пошли по 20 возьмем. 25? 15? 25, 15. Дайте 32 мелочи, пожалуйста. Посмотрите. Юра, и один мы возьмем арбуз. Арбуз и одну дымку. Давайте вот это. И вот этот красавчик, да? Ну, дайте попробовать еще куда-нибудь. Ой! 65? Тинька давно тянется. Она из средних кузней. Чем больше лежит, тем больше сахар набирает. У одного продавца арбузы по 20 рублей. А у женщины по 25. Почему 20 и 25? Не знаю. Ну, я взял там, где по 25. А что? Ну, мне понравились они. Это дынькова, да? Да, дынька долматинница. На арбузе похоже. Угу. Раскрещенная, знаешь, дыня с арбузом. Какие интересные. Говорят, поля маркиза Барабаса. Вот эти все. А, чуть маркиза Барабаса. Час 35, едем 100 километров в час. Пейзажи, ребят, степь показывает градусник машины, 32 градуса по Цельсию. Рядом с Бакальской косой находится поселок Стерегущая, оно идет вдоль моря. Здесь магазинчик есть, доезжаем до колечка, едем прямо. Очень много, конечно, кемпингов. Вот, смотрите, радуга, вон еще что-то, ну... Там, кому интересно, помониторить. Выезжаем на грунтовку. И по пыльной дороге мы будем с вами ехать. Направо, давай зайдем в магазин. Смотрите, слева море, справа море. Здесь еще так интересно. Прямо здесь. Море есть. И прямо до моря. Слушай, ну когда мы приезжали, здесь так не было, да? Не было. Здесь вот магазинчик. Соки, вода, мороженое. Сейчас, короче, пойдем купим водички. Пошли. Ребят, очень ветрено, а я ветродуйку забыл. Подъехав к воротам, увидев надпись «Магазин», мы зашли на территорию и увидели, что здесь стоят домики. Это кемпинг-хостел. Помониторил я в интернете и нашел название его «Аврора». На сайте цена домика написана от 500 рублей. И в основном идет реклама самой Бакальской косы. Ребят, почитал я комментарии и понял, что здесь на Бакальской косе очень много отдыхают с палатками. Можете и не снимать никакие домики, приезжать и отдыхать. Палатки. Правую сторону Бакальской косы очень штормит. Думал заехать сюда, может, думал здесь остановиться. Но прям сильный шторм. Но здесь есть такая фишка. Если с одной стороны шторм и волны, то с другой стороны штиль. Предлагаю сейчас поехать на ту сторону Бакальской косы. Собственно, там мы сейчас и с вами включимся. Посмотрите, сколько там народу. Ну, потому что, наверное, там... не так ветрено, как с этой стороны. Видите, даже там вот занимаются кайтсерфингом, потому что там побольше ветра будет.
Ребят, насчет цен. Вот такая вот вода, Южный берег, стоит здесь 50 рублей на Бакальской косе. Поставили мусорки, все очень облагородили. Ну, я вам скажу, здесь мама, прям да. Стало все так живенько. Да, стало все живенько намного. Мы уже приехали в самый конец. Потому что здесь вообще поставить машину уже негде. Припаркуемся и посмотрим само море. Посмотрите, сколько машин на Бакальской косе. Просто не разъехаться, все едут задом. Мы когда приезжали, здесь вообще пустырь был. Сейчас все здесь по-другому. На пляже носят креветку, пахлаву, холодное пиво. Собственно, люди отдыхают. А креветки в море, я вам скажу, очень много. Собственно, давайте я вам сейчас это покажу. Креветка прям сидела и ждала, пока я подплыву. Любовалась камерой. Пробуем арбузик, который купили в поле. И очередной раз мы довольны. Очень вкусно. Арбузики просто мед. Очень вкусно. Друзья, старайтесь покупать арбузы в одном месте, уже проверенном, потому что очень много людей попадают с отравлением, пичкают своими пестицидами, чтобы он был слаже, сочнее. Ну, вот, и тем самым дети бывают, и даже взрослые часами сидят в туалете. Мы купили очень вкусный арбуз уже в проверенном месте, где мы покупали неоднократно, и с каждым разом мы довольны тем, что купили именно в том месте арбузик, и он оказался сладеньким. Вкусно, Ленчик? Идем дорогой трудной, к грязючке мы веселою с семьей. Мазаться грязью, одевайте тапки, потому что очень колет. Штиль, то с другой стороны Бакальской косы вот волны, и каждый выбирает для себя, ребята, каждый для себя выбирает, что им больше по душе, волны или просто штиль. Круто. Здесь уже есть медузы. Кто спрашивал, медузы есть, да, вот их прибивают к берегу. С вами пойдем сейчас на самый кончик Бакальской косы. Это очень живописно, там фоткаются. Ну, давайте посмотрим. Люди кайфуют. Находят даже в таких пустырях, находят себе развлечения. Ну и получают удовольствие. Блин, ну это круто покататься на кайтсерфинге.
Здесь вообще, да, по-другому все? Ну да, посмотри, там штормит. Такое нормально. Ну да, там вообще штиль. Ну, здесь уже заканчивается Бакальская коса. Она идет туда дальше, но ее уже затопило. Ну да, там он еще какой-то перешеек, да? Да. Давайте сходим сейчас, посмотрим. Там должна быть мель. Здесь встречаются два залива, да? На подруге. Один буйный, другой смирный. У меня такой перешеечек маленький, да? Что нужно первым делом сделать детям, которые приедут на Бакальскую косу со своими родителями? Переодеться, потом нужно разогреться для купания. Потом нужно научиться самому плавать. Советуем вам приезжать на Бакальскую косу, пока она еще есть, пока ее еще не затопило, как говорят там СМИ, что ее затапливает. Ну, собственно, здесь есть все. Здесь и развитая инфраструктура, здесь есть и раздевалки, здесь все облагорожено, здесь мусорки, туалеты, есть магазинчики. Дальше в Стерегуче вы можете снять, да даже что в Стерегуче, здесь прямо на Бакальской косе вы можете снять себе домик. Путешествуйте вместе с нами, друзья, по Крыму с позитивом. Всем пока-пока.